Здравствуйте! Передо мной Ирина Тарасова и ее... Кто это? И муж, и тренер. Как его зовут? Александр Тарасов. Терехов. Александр Терехов? Да. А почему я здесь не... Ну, вот так вот. Вы не Терехова? Ну, да, вот так. Не хочет вашу фамилию брать? Ну, он не противится. А если попросит, возьмете? Ну, если хорошо попросит, то да. Хорошо, ну расскажите, как сегодня, как вам эта атмосфера, когда, кстати, были ваши соревнования, вдруг ушли тучи и было солнышко, и появился в это время, появился как президент фонда Еремин, он болел, смотрел за вами внимательно, и очень рад, что вот такие результаты показаны. Вы довольны вот уровнем на сегодняшний день? Я довольна, и на самом деле я очень рада участвовать на этих соревнованиях. Я очень хочу, чтобы они проводились каждый год. Я участвую тут второй раз. Это очень приятно, прекрасная атмосфера, нам нравится. Демократическая, да, такая, да? Вот во всех отношениях она здесь приятная. И толкать 4 женщины, 4 мужчины, это крайне приятно, потому что мужчины, они более эмоциональны, и ты от них заряжаешься вот этой энергией, и это неимоверно, вот этот кайф. Это классно. То есть формат такой вам понравился здесь? Очень, да, да. А что еще, как вот, может быть, сердце, как дорожка? Вот это здесь вот имеется в виду. Я не бегун, это надо спросить, наверное, более профессионалов. Ну, мне для нравится. Вас, для вас, вот мне как бы для сектора. Мне нравится, дорожка. Все тут гармонично, все тут правильно, все прекрасно. То есть, еще раз приедете? Если пригласят, я буду каждый год выступать. То есть, надо даже чаще, может, проводить такие соревнования. Если 2 раза в год будет? Я только, да 3-5, я только за. Очень приятно. То есть, соревнований не хватает как раз толкателям бедра, знаете, правильно? Сейчас у нас в ФЛА проводят турнир, и у нас, в принципе, достаточно соревнований. Угу. Просто в нужный момент, нужный график, эти соревнования здесь правильно. 13-го будет в рамке ВФЛА проводиться в гран-при. Тоже будет участвовать. На всех стартах это правильно. В режиме тренировочном, но толкать будет. А результат какой вам? Вот 18 метров как оцениваете? Я 18.09, я поставила планку сегодня 18.10. В принципе, я выполнил ее. А тренер согласен? На все 100%. Да? Он доволен, я вижу. У вас тренер такой скромный, то есть как бы... А знаете, он толкал ведро, он мастер спорта по толканию ведра, тренировался он Владимир Георгиевич Сафонова, и в 2009 году по определенным обстоятельствам он завязал. А так, в принципе, он профессионал своего дела и все знает, мои ошибки, всю технику, методику он знает толкание ведра. Ну, 19 метров-то мы будем толкать? Вы знаете, ничего не загадываем. Вот как вернемся к своему уровню, который у вас был все-таки раньше. Хочу очень, лишь бы здоровье позволяло. Но может быть, почаще будете выступать здесь, может быть, это тоже дает какой-то позитив? Будут приглашать, с удовольствием будем приезжать, повторюсь. Все ясно. Спасибо вам большое, удачи. Так держать и радовать нас достижениями. Спасибо.